Бывший президент Армении Серж Сарксян опроверг заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что начальник генштаба ОНИК Гаспарян действовал по его указанию. Дело в том, что в ходе митинга своих сторонников 1 марта Пашинян заявил, что глава генштаба выполняет приказы Сарксяна. По его словам, когда начальник генштаба выполняет приказы отверженного, имеет в виду Сержа Сарксяна, то это самое большое предательство. Это соответствует действительности в той же мере, что и заявление капитулянта о том, что Алиев конструктивен, Шуши – азербайджанский город, а Искандер взрывается на 10%, и это оружие 80-х. По всей вероятности готовится новое представление, сказал Сарксян. Он призвал подождать завершения спектакля и поговорить вокруг всех интересующих общества в вопросах. Напомним, после поражения в Карабахской войне внутриполитическая ситуация накалилась, но после того, как 25 февраля премьер-министр решил уволить главу генштаба вооруженных сил Армении, противостояние между двумя лагерями достигло апогея. Генштаб потребовал отставки Пашиняна. В ответ премьер заявил о попытке переворота. Гаспарян пока продолжает выполнять свои обязанности, оппозиция заявила о бессрочных акциях протеста.